Сейчас они школьники младших классов, а лет через 20 эти ребята превратятся в серьезных дядь и теть и будут строить новые предприятия, учить, лечить и даже спасать других людей. В Иванове на базе Центра профориентации и развития перспективы открылась игровая площадка «Мастерград». Здесь дошколята и учащиеся младших классов могут примерить на себя 7 профессий – врача, повара, столяра, спасателя, строителя, парикмахера и ландшафтного дизайнера. Конечно, это прежде всего игра, но условия максимально приближены к реальным. Впоследствии мы рассчитываем, что у нас будет еще и детский сад, и школа, и здесь будут развиваться современные производства, и даже ткацкое производство мы тоже попробуем здесь наладить. Целый город со своей инфраструктурой под одной крышей. На этой площадке трудятся строители. В жилетах и касках – все по-настоящему. Но даже в работе с деталями конструктора безопасность превыше всего. Начинают, как и положено, с фундамента. Крепкая основа – залог долговечной конструкции. Мы строим, можно сказать, входные ворота города. Они могут стоять на, они должны стоять на окраине. По сути, они должны стоять на окраине города. Чтобы все видели, что наш город довольно большой и масштабный. Ароматы корицы доносятся из кондитерской фабрики. Местные пекари готовят печенье для жителей города. С самого утра они раскатывают тесто, вырезают из него причудливые фигурки, чтобы вечером уставшие строители, врачи, парикмахеры как следует подкрепились после тяжелого рабочего дня. Язык не повернется назвать все происходящее игрой. Печенье настоящее, форма одежды тоже, только маленького размера. Перчатки, обязательно фартук и шапочку. Ну, чтобы не испачкаться, и чтобы волосы там в еду не попали, и руки были чистые. Спешат на помощь спасатели. Каждый день они тушат пожары, вызволяют пострадавших из беды. Мальчишки увлечены происходящим, немного хулиганят, но вместе с тем понимают, насколько это сложная и ответственная профессия – спасать людей. Очень важно спасать людей, рискуя своей жизнью. И каждый раз это исполнять. Очень страшно идти в пожар, в огонь и спасать людей. Риск большой. Мастерград будет работать по вторникам и четвергам. Прийти можно всем классам, выбрать профессию по душе и как следует поработать. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.